Всем привет! С вами StriveProи сегодня я покажу вам оптимальный мод для Minecraft Pocket Edition. После установки этого мода в вашем игроке появляется оптимизированный Minecraft, друзья. Звучит довольно странно, но все же это так. Те, кто играли с этим модом, поймут, о чем сейчас идет речь, друзья. Ну, автор этого мода уверяет о том, что появляется заглаженная графика и улучшается производительность вашего Майнкрафта. Ну, давайте на это посмотрим, друзья. Если присмотреться, то вроде блоки и вправду становятся заглаженными. Да, друзья, вроде заглаживание работает. Ну, вы, конечно, этот мод можете проверить у себя. Но, если честно, то производительности в этом моде я пока что более не заметил. Но здесь есть очень классная фишка, которую в конце, можно сказать, нашего видео мы это посмотрим, друзья. Но пока что мы летаем по нашему миру, и ничего такого необычного мы не замечаем, друзья. Даже если мы идем в наш храм, мы тоже ничего такого новенького не заметим. Вроде FPS также, друзья, не изменился. Тем более заглаживание он должен, наоборот, уменьшиться, потому что заглаживание жрет очень много FPS, друзья. Я не знаю, не могу его назвать Optifine модом, потому что совершенно другая тематика, друзья. Трава тоже не меняется, но мы приближаемся к той фишке, которую я хотел вам сказать несколько секунд назад, друзья. Ну, наверное, все знают о такой фишке на ПК, где у нас появляются соединенные стекла, друзья. И здесь у нас есть то же самое. Вот, посмотрите, вот на эти стекла, друзья. Это же прекрасно. Я не знаю, почему разработчики Майнкрафта не могут добавить это. Но какой-то, друзья, парнишка из Китая смог сделать вот такую очень классную фишку, которую я жду очень давно. Но разработчики говорят о том, что эту фишку не давать нельзя из-за того, что она жрет очень много FPS и бывают некоторые баги. Ну что ж, вот такой маленький мод был у нас сегодня. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.